завалялась у меня вот такая шлифовочная машина для стен. И креплю ее на USB-плиту. На фанере делаю разметку для 4 винтовых соединений. Закрепляю аппарат вот таким способом. Креплю конструкцию на USB-плиту. Все это хорошенько прикручиваю с 4 сторон. За место кнопки включения буду использовать вот такой терморегулятор с печки. Клеммите для соединения кнопки включения. Ну что, пора запускать и смотреть, что получилось. Ну а если понравился видос, поддержи лайком. Форму буду использовать фасадной плитки. Пока!